Центре травматологии и ортопедии проходит 12-я межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы эндопротезирования крупных суставов». Это одно из знаковых событий в отрасли, обычно собирающее большое количество участников. Сегодня в условиях эпидемиологических ограничений конференция проводится в аудиторном формате с онлайн-трансляцией. Чебоксарская конференция – одно из любимых мероприятий травматологов-ортопедов России. В выступлениях спикеров прозвучали мнения на самые разные темы. Была даже развернута специальная дискуссионная площадка «Механика против кинематики». Здесь крайне высокий уровень хирургии и крайне высокий уровень организации медицинской помощи вот в этом направлении травматологии и ортопедии, которое мы имеем честь представлять. Вот, центр известен далеко за пределами России. Прошлый год для ортопедов, как и для всей отрасли в целом, был проблемным. Многие учреждения, в том числе и наш центр, были перепрофилированы под ковид-госпитали. Коронавирус внес серьезные изменения в наше понимание логистики, по изменению некоторых технологий. Но, тем не менее, все-таки, если бы эта ситуация была недельная, месячная, можно подождать. Если ситуация растягивается уже на полтора года, я так понимаю, что, к сожалению, она будет и дальше, конечно же, надо помогать людям, улучшать качество жизни. И именно поэтому рассматриваются все новые технологии на такие конференции, как эта. Сегодня Центр травматологии и ортопедии в Чебоксарах работает в обычном режиме. Однако врачи в любой момент готовы при необходимости вновь уйти в красную зону. Между тем, запрос на высокотехнологичную медицинскую помощь очень высок. Мы планируем пролечить в этом году не менее 8500 пациентов. Лист ожидания, к сожалению, из-за прошлого года вырос. И по некоторым видам оперативных вмешательств ожидание составляет 2-3 года.